Ибрагим Страшич. Не надо быть. Добрый день, уважаемые подписчики. Олег, привет. Здравствуйте, господа. Так, коронавирус. Оп, масочка. Ментавирус. Здравствуйте, ребят. Ребята, приехал к нам подписчик из города Сочи, славного. Вот купил немножко ребятам тут гостинцев. Кроссовки за 6 тысяч. Александр Николаевич, спасибо большое. Да, кроссовки за 6 тысяч. Носки, трусы. Маньки, липчик. Маньки. Ну она ушла уже, липчик мерить. Извините его. Пошли, а то здесь жарко. Пойдем туда за угол. Забирай свой рюкзак. Этот. Олег. Вот Елецкий весь опухший, блядь. Когда ты на работу пойдешь? Хуй не знаю. Тебе пиздец будет, Олег. У тебя такая опухоль уже нездоровая. Трепала. Трепала. Ты постоянно с похмелья. Она уже тебе не помогает. Помогает. Кстати, Олег, вот этого человека надо поднимать. Он один хуй поднимется, блядь. Его надо, знаешь чего? Вот так вот ебало бить, как ему бить, блядь. Не ты, и куда ты, блядь, устроиться? Куда обратно уехать там? Куда обратно? Обратно. Куда? Смотрим, ведь у Жаворонка электричка на Жаворонке. Жаворонки? Олег, ты мне скажи, а что там в Жаворонках? Когда ты полтора миллиона... Подожди, не мешай, платил? Дай поинтересуюсь у него. А что в Жаворонках? Давай тебе билет купим. Давай. Сейчас похмелишься и до Жаворонков прямо отсюда. Вот, Олег, а когда ты деньги вот получил? Отсюда, да. Ну, по МЦД. По полтора миллиона возил. Ты про нас-то забыл? Носки купить, трусы купить, ёп. Чё-то тебе не было, ёп. Я тебя за... Чё, поедешь домой, я тебе билет куплю? Не домой, в смысле, а в Жаворонки. Поедешь? 10-20. Тебя пьяного там примут? А я что, пойду я КПП. КПП? Там что, какой-то завод, да? Нет, там дачный район, блядь. Там... А, дачный район. Проходишь. Ты покушать хочешь? Колбаски съешь чуть-чуть? Пошли по 100 грамм и колбаски закусить. Кто он за угол на ветродуй? Пойдем, Оля. Ну, а ты оттуда что там, не платят нихуя или что? Что ты съебался, почему? Или забухал просто? Забухал, нет. Бля, я тебе куплю билет, у меня бабки есть, нах, ну просто это. Тебя там примут, не примут. А то поедешь и вообще там останешься. Позвони. Позвонить у меня тоже есть, сейчас позвонить. Номер знаешь? Бля, наизусть не знаю. Наизусть не знаешь? Телефон у тебя есть. Зарядку мы делили, телефон зарядим. Я просто буду. До дома ты видишь. Не шути, Олег, видишь, ему хуёво нахуй. Какой я шучу, у меня на самом деле шучу. Бля, я его знаю, Олег. Манька. А. Ну чё, как дела? Ну сюда, я не могу успокоиться. Орде, бля, хуй поймешь уже, что говоришь. Я успокоиться не могу за Тёму. За Тёму. Сам знает об этом, а? Я за него и никак не могу успокоиться. На, Олег, банкуй. Я посмеялся уже. На, ещё. Ты разбудил нас. Не свет. Налей этому. Есть стакан, Маня? Стакан нужен. Сейчас рот закрыл. О, косметичка у Мани. Давайте хоть посмотрим, что у Мани там в этом. Курица вон вчерашняя, блядь. Да. О, мандарины у нее, ебаный в рот. У нее там жратвы, блядь, на неделю, блядь. Роту можно кормить. Она угощает. Бля, гранат, блядь, им убить можно, нахуй. Как тыква, блядь. Угощают. И кружка вон у нее, ребят, посмотрите, что... А не, а это... Оливье, а это... Кружка, гранат, подарок. Знаете, а вот, сливы какие-то. Не, это кружка, подарок одного человечка. Какого? Это Коляну подарили эту кружку, а кружка, она умеет суиться уже. Я понял. Его в понедельник отправили, на этой неделе отправили домой. А ты курицу сколько будешь в мешке своем носить? Ты знаешь, что у тебя там не холодильник, она испортится? Вчера. А кто тебе принес курицу вчера? Не мне, а нам всем. А кто принес? Женщина купила. Женщина? Да. Кто же
подписчицы наши. Понял? Ты понял? Вот так они говорят про 3000, они, блядь. Не помнят, кто его помнит. Вообще не помнят, нахуй. Ты что, Саша, тебе курица не приносит? Ты даже не помнишь, кто вот. Ах ты охуевшая гусыня, блядь, Маша. Олег, Олег, налей Елецкому, пока он не помер здесь. Елецкого? Да. А вот вам еще и хлеб. Молодой человек. Мань, ну что там еще у тебя? Покажи. А, вон, книги какие-то там у нее. Ну, это анекдоты. Люди интересуются, что у тебя в мешках. Дай хоть глянуть. Анекдоты. А, анекдоты от Михалыча. Я понял. Ну ты хоть один расскажи нам анекдот. А я еще не читала. А? Что-то я его рассказывать перестал, Игорек. Помнишь, раньше кроссворды, Олег Васильев? Я думал, командировки был, блядь. Кто выпускает под моим именем, блядь? Кстати, кроссворды такие, ну, блядь. Ну, курс. Последний вопрос. Олег, подожди, не перебивай. Олег, а ты сможешь вспомнить телефон или нет? Куда позвонить, чтобы тебя забрали? 8-9-0-5-7-4-4-7-8-7-3. Все, вспомнил. Если что, на видео посмотрим. Короче, сейчас позвоним. Ну, а могут тебя просто, ну, чтобы я позвонил, тебя нет. Заберут там выпившего, нет? Нет, ты что, иди бань. Я понял. Ну, все равно сейчас позвоним, как-то решать. Нет, позвони сначала. Кому? Жене. Жене твоей? Номер помнишь, да? Вот, я сказал. А, я понял. Сейчас позвоним. Если все нормально, я куплю тебе билет. Там билет хуйня стоит 100 рублей. Да, там даже меньше. Ну, я образно говорю. Плюс-минус там, неважно. Дай бог, чтобы срослось. Держим кулачки. Давай, похмеляйся. Ну и нахуй. Ты опухший, а то тебя как Тёму нахуй это, колбаснет. А Тёма очень сильно любил. Люблю всегда и буду. Фотку его и шалом забить. Потягивай. Олег, смотри, а то она ногой сейчас повалит ее. Сейчас она его. Так, Манька, в одной сумке хоть немного это подписчики разберутся, что у тебя находится. Сейчас, какая тема? Овощи, фрукты, о, сосиски у нее есть. У нее тут жратвы, ебаный брос. Оно же все портится. Зачем ты это таскаешь? Нет, сегодня принесли. Сегодня курицу я вчера приносил, блядь, с этим, с бульбашом. А это я только сейчас нашла. А, только сейчас нашла? Да, вчерашний день. Вот, сегодня, ребят, более-менее солнышко. Я здесь спала. Где-то плюс 3. Какая эта женщина принесла? Принесла ей курицу ее. Ага. Вот. Александр? Братану, подписчику нашему, тетя спасибо Шрёдер. Из Сочи. Саша, оказывается, тоже, ребят, Шрёдер, подогрел. Купил колбаски, хлебушка, закурить, ну, чуть-чуть выпить. Короче, я не бомжу, но, Александр, тебе спасибо. Да, это у нас этот, алкоголик выходного дня, Олег Васильев. И в понедельник еще праздник поздравляю людей. А какой праздник сегодня? День защиты граненого стакана? Нет, утром я поздравила. Утром. А, сегодня Татьянин день, ёпта. Сегодня день рождения Высоцкого. Да. Сегодня? Да. Вот, за Давай, за Семёныча. И я, наверное, выпью. Ребята, извините, за интрига для подписчиков. Ну, за Владимира Семёныча. Стоя даже, да? Блядь, мой. Ты в целый рост, блядь, как его памятник, слышишь? Любимый актёр. Земля тебе, брат, будет. Мы сегодня с бычей хотели на Ваганьковское поехать. Ну, я не доехал. Ну, быча напился, спасибо, как поросёныш. Ну, сам доеду. Я сам доеду. Я за это не У них здесь, ребят, тепло, вот у них отопление тут включили. Сейчас газ проведут. Заправку видите, да? Сейчас газ проведут. Заправка, да, тут рядом, все у них. Все ништяк. Манька, а у нас это, еще один вопрос вот назревает. Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз за водкой ходила? Сегодня утром ходила. Что ты пиздишь, утром я принес. Нет. А я раньше тебя пошла. Ага. А куда эту водку делать? Кому ты не делаешь? Они уже за водкой не ходят, Олег, им уже приносят водку. Да. Я коктейль покупал, он сюда давал. А с кем водку пила?
как ты ездишь? А у меня еще вот такого. А где? А с кем у тебя пила? Ну все, главное, что живы. А, кстати, Манька, Манька. Манька, я тебе купил лифчик и трусы. Хорошо, куплю. Да, я купил тебе уже, принесу сейчас попозже чуть-чуть. Хорошо. Слушай, командир. Да. Манька, а знаешь, подписчики просят? Наливай. Нет, сядь на бутылку, 3000 платят. А, тяга, разбежался. Сядь на бутылку, 3000 платят. Размешался. Чтоб встал, ее не было. На шпагат, да? 3000 платят, ёпт. Ты нальёшь. Чё, мало, что ли, блять. Чего? Так, сейчас вот по тому кренделю, который вдалеке сидит, опухший весь. Сейчас позвоним жене его. Чё там, попробуем уладить вопрос с ним. Если чё, билет куплю я ему. Наливай, наливай. Ну все, вот такие новости вкратце. Подписчику нашему здоровья из Сочи. Всем подписчикам, ребята, спасибо. Добавляйтесь к нам на канал, ставьте колокольчик. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки. Все у нас будет ништяк. Одну сумку мы у Маньки проверили. Все, всем всех благ. Олег. Ребят, спасибо. Блин, Олег, снимай, Мишань, не снимай меня. Блядь, не дай, будут ее дочку увидеть. Тем более, в твоем в этом онлайне, коллеги, люди, как это? Люди в Люди в ТВ Маэстро наш канал называется. А, твой по-другому называется. Да, всем здоровья, подписчики. Да, батя, увидеть, смотрим видос. Да,